Здравствуйте. Сегодня мы постараемся ответить на воп... я постараюсь ответить на вопросы, которые возникли в ходе цикла «СССР первые 20 лет». Ну, вопросы эти распадаются на несколько блоков. Первый из них касается политической системы в СССР и реформы 1936 года, введения сталинской конституции. Ну, вопросы такие, например, как я оцениваю реформу избирательной системы в 30-е годы, в результате которой выборы стали проводиться по округам? Является ли это одним из этапов реставрации капитализма в СССР, как утверждают многие «левые» в кавычках? Была ли в СССР реальная власть рабочего класса? Можно ли номенклатуру считать классом? Кому реально принадлежала власть в СССР, Сталину, номенклатуре, рабочим или крестьянам? Какое отношение имеет введение сталинской конституции к международным отношениям СССР и к 1937 году, ну, так сказать, к тому, что называется большим террором в такой не слишком дружественной Советскому Союзу историографии? Но, прежде всего, надо сказать, что мы очень мало и очень плохо знаем 30-е годы. Прорыв возможен здесь только после того, когда основной массив документов высшего руководства страны, спецслужб, окажется доступен для рядовых исследователей. А на сегодня документы, касающиеся экономики, скажем, более-менее доступны, ну а недоступны документы высшего руководства военного планирования, многие документы Наркомата иностранных дел, документы, связанные с судебно-следственными процедурами. И пока мы можем только высказывать гипотезы, более или менее шаткие. Поэтому сразу же должен предупредить, что я высказываю далеко не окончательную точку зрения. Но если говорить о самой сталинской конституции, то, на мой взгляд, она отражает этап развития советского общества, этап, связанный с отмиранием в СССР класса. Но этот разговор нас может далеко увести, постараюсь покороче. На мой взгляд, в Советском Союзе не существовало антагонистических классов. Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция, ну, если представляли из себя разные классы и прослойку, то их интересы не были противоположны, как это бывает в классовом обществе. И вот этот переход важнейший произошел как раз во время индустриализации и коллективизации. Эксплуататорские классы были окончательно ликвидированы, хотя здесь ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между ликвидацией объективной этих классов и ликвидацией пережитков сознания этих классов. Пережитки остались в сознании очень большие у многих, и события конца 20 века показали, что эти пережитки могут, так сказать, актуализироваться, могут снова заработать. В чем принципиальное отличие сталинской конституции от предыдущей конституции СССР? В том, что снимаются различные привилегии в избирательной системе. Значит, до этого рабочие обладали всей полнотой гражданских прав, они обладали наиболее весомыми голосами. Сельское население обладало меньшей возможностью влиять на результат выборов. Но в Конституции было сказано, что один депутат должен приходиться на 25 тысяч городских жителей и на 25 тысяч избирателей в городах и на 125 тысяч жителей в сельской местности. То есть нельзя говорить, что 1:5 было соотношение. Все-таки избиратели и жители – это разные вещи. Но то, что в 2-3 раза примерно голос рабочего был весомее, чем голос крестьянина – это факт. Конституция 1936 года полностью их уравняла. 20-30-е годы была такая категория клишенцы, то есть довольно большая категория граждан, лишенных избирательных прав. Это были бывшие полицейские, бывшие высокопоставленные чиновники прежнего режима, но их было очень немного, конечно, а также представители эксплуататорских классов, которым относили и кулаков, и непманов, и священнослужителей различных конфессий. Опять же, вся эта категория лишенцев была ликвидирована в 1936 году, они все получили избирательные права. И вот, на мой взгляд, это введение этой конституции и отражает вот этот этап, когда советское общество объективно стало обществом, в котором антагонистические классы исчезли. Но, с другой стороны, это введение этой конституции могло преследовать и целый ряд конкретных, более близких, прагматических таких политических целей. Не исключено, есть такая гипотеза, вот высказанная Юрием Жуковым, что Сталин хотел через альтернативные выборы по новой конституции провести чистку бюрократии. Это вполне возможно, но доказать пока эту
гипотезу мы не можем за неимением соответствующих, доступа к соответствующим документам. Не исключено, что одной из целей введения этой конституции было введение формального равенства избирательного права в Советском Союзе. И именно вот об этом я говорил, когда говорил, что это могло быть направлено на внешних наблюдателей. Действительно, формально в Советский Союз оказывался до введения сталинской конституции в одном ряду с, для, там, скажем, пропагандистов английских или французских, в одном ряду с гитлеровской Германией. В гитлеровской Германии практически избирательное право не действовало, а в Советском Союзе оно было не всеобщим, не равным, не тайным и не прямым. Конституция 1936 года вводит всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право. По этому формальному признаку советские пропагандисты могли говорить, что мы, так сказать, не только сравнялись, но и обогнали капиталистические страны. Но я уже не говорю о тех демократических нормах, которые были заложены в сталинской конституции, которых не было ни в одной действительно другой конституции мира в это время. Но другое дело, что мы не должны закрывать глаза и на то, как эти демократические нормы практически воплощались в жизнь. То есть, ну, я все-таки далек от той мысли, что все нормы, прописанные в сталинской конституции, вот на 100% были в жизни реализованы. Теперь, что касается отношения сталинской конституции и большого террора. На этот вопрос тоже пока очень трудно ответить, но мне кажется, что здесь нельзя все-таки спецслужбы считать таким совсем самостоятельным игроком в этом вопросе. Мне ближе точка зрения, что так называемая чистка началась с ведома Сталина и по его распоряжению, по распоряжению Политбюро, летом 1936 года, с тем, чтобы превентивно, ну как, так сказать, говорилось в этом постановлении, операция по репрессированию антисоветского и уголовного элемента, чтобы лиц, на которых нет формальных доказательств их вины, но которые считаются опасными по своему уголовному или политическому прошлому, можно было изолировать, так сказать, или ликвидировать. А затем уже эта операция вышла из-под контроля, она приобрела такой вот неконтролируемый характер в силу того, что и Ягода, затем Ежов, как лидеры главной спецслужбы Советского Союза, и, возможно, и различные группы партийной бюрократии начали преследовать свои цели во время этих событий. Но для того, чтобы окончательно ответить на вопрос о механизме вот этих событий в нашей истории, мне кажется, еще у нас недостаточно информации. Что касается власти рабочего класса в Советском Союзе, или номенклатуры, или Сталина. Вопрос этот не так прост, но мне кажется, что отвечать на него надо в таком ключе. Ведь если взять капиталистическое общество, то в нем мыслимы разные формы политического устройства. Может быть буржуазная монархия, ну, причем монархия очень авторитарная. Скажем, Наполеон I, безусловно, отражал интересы французской буржуазии, защищал эти интересы. Но сам по себе он был глубоко авторитарным правителем, там никаких других политических сил во Франции, кроме собственной воли, он не признавал. Может быть при капитализме и более или менее демократическая республика. Точно так же, может быть, конституционная монархия. Но вполне логично предположить, что и социалистическое общество на раннем этапе может управляться различными политическими настройками, и в нем может власть осуществляться и диктаторскими методами, и какой-то, ну, так, осторожно выражаясь, олигархией, какой-то группой лиц. И может быть и демократическое устройство этого общества. Но вполне понятно, что в условиях военной опасности именно авторитарная власть является наиболее эффективной. И, видимо, можно сказать так, что в Советском Союзе, во всяком случае, с конца 30-х годов сложился режим личной власти Сталина. Ну, если угодно, диктатура Сталина. Но Сталин выражал и обслуживал интересы рабочего класса и трудового крестьянства. И таким образом он в своей вот деятельности за эти интересы боролся. Это, мне кажется, будет правильная формулировка. Ну и еще один вопрос. СССР был образован изначально четырьмя республиками: РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР. Почему на многих картах и атласах состав СССР включают Бухарскую и Хорезмскую народные республики? Ну, если где-то включают, то это ошибка. Потому что Бухарская и Хорезмская народные республики не входили в состав СССР,
и их территории вошли в состав СССР уже позднее, когда произошла территориальная перестройка в Средней Азии и были образованы республики, которые и сейчас существуют, таджикская и узбекская в первую очередь, ну а также туркменская, киргизская и позднее казахская. Но территории Бухары и Хивы вошли в основном в состав таджикской и узбекской республик. Значит, есть блок вопросов об экономической жизни СССР. Значит, просят рассказать о таком явлении в экономике 30-х годов, как артели, но их отношениях к государству. Надо сказать, что это вопрос крайне плохо изучен. То есть я не смог найти ни одной работы, специально посвященной, современной работы, специально посвященной роли и месту артели в экономике Советского Союза. Вопрос очень любопытный. Если говорить юридически, то артели, промысловые артели, существовали примерно на тех же правах, что и колхозы. На всякий случай напомню, что колхозы могли иметь три юридические формы: товарищество по обработке земли, сельскохозяйственная артель и коммуна. В общем, сельскохозяйственная артель была наиболее распространенной. Поэтому вот артели в городах, промысловые артели, строились по такому же примерно принципу. Там были обобществлены основные средства производства, но при этом члены артели получали не зарплату, а долю прибыли этой артели, которая оказывалась получена после расчетов с государством. Были такие рыболовецкие артели, были ремесленные артели. Но если говорить о роли и месте их в экономике страны, оно было достаточно большим. Ну, достаточно сказать, что вся домашняя утварь практически, посуда, столовые приборы, значительная часть мебели, довольно значительная часть одежды и обуви изготавливалась артелями. Но я сейчас не могу категорически сказать, какое место они занимали в нашей экономике. Но вероятно, что достаточно большое. Ну и есть вопрос, расскажите подробнее об экономическом сотрудничестве между СССР, США и Германией в период Великой депрессии. Но вопрос этот можно очень долго отвечать. Собственно, вся история индустриализации – это вопрос об экономическом сотрудничестве СССР с Соединенными Штатами и Германией. Надо четко понимать, что главной проблемой для Советского Союза во время индустриализации была необходимость преодоления технологического отрыва от ведущих западных стран. Необходимо было покупать технологии и оборудование. И технологии и оборудование покупались в первую очередь в Германии и Соединенных Штатах. Потому что две страны, которые имели очень развитую промышленность, развитую экономику. Ну а тем более, что во время кризиса мирового начала 30-х годов Германия пострадала наиболее сильно. И немецкие промышленники были готовы продавать Советскому Союзу все, что угодно за довольно небольшие деньги. Но вот можно вспомнить, что так называемая продажа шедевров из Эрмитажа и других музеев Советского Союза практически была не продажей, вот в таком вот банальном смысле этого слова. Это была замаскированная взятка нескольким американским политическим деятелям, в том числе министру финансов Меллону, известному бизнесмену Арманду Хаммеру. Взятка это была за то, чтобы они лоббировали интересы Советского Союза, лоббировали кредиты, потому что часть оборудования и технологий покупались в кредит, что было наиболее удобной формой для Советского Союза. И если бы вот этот источник технологий и оборудования был бы для Советского Союза закрыт, то была бы невозможна индустриализация. Другое дело, что надо опять же понимать, что благодаря четкой постановке задач, благодаря воле советского руководства, благодаря трудовому энтузиазму и героизму советских людей, смогли все это реализовать. То есть мало было купить технологии и оборудование, нужно было все это еще и освоить. И здесь мы видим очень удачный, мне кажется, пример того, как это можно сделать. Кстати говоря, хороший пример на будущее, потому что сейчас мы находимся примерно в том же положении, что и Советский Союз в конце 20-х годов. Мы очень отстали в технологическом плане, и я думаю, что не должны разумного человека обольщать рапорты бодрые начальства нашего современного о том, что Россия имеет там передовую науку и технологии, Россия их стремительно теряет.
и мы стоим перед необходимостью проведения новой индустриализации, которая пойдет, вероятно, по тому же пути. То есть сначала будут закуплены какие-то технологии и оборудование, а потом разовьются собственные технологии и собственное оборудование. Ну и как пример такого сотрудничества я его привел знаменитый танк Т-34, в основу которого, собственно, он был развитием американского прототипа, который в свое время был куплен. Ну а если говорить о металлическом авиастроении в Советском Союзе, то первые металлические самолеты и технология этого их строительства была куплена в Германии у Юнкерса. Так что сотрудничество было очень серьезно. Теперь, что касается уровня жизни в СССР, еще один блок вопросов, но меня тут ругают слушатели за то, что я оперирую надуманными цифрами и что нельзя исчислять уровень жизни в рублях, как принято сейчас. Значит, надо помнить о том, что был энтузиазм, было стахановское движение, что бывшие крепостные почувствовали впервые за тысячелетия, что мы не рабы, рабы не мы. Существовала система подготовки трудовых кадров, видите, я совершенно с этим согласен. Видите ли, мое выступление об уровне жизни в СССР было адресовано скорее современной молодежи, которая вообще не представляет себе, как жили в СССР. И потом, видите ли, ну как-то я не умею сравнивать цифры с нецифрами. Мне кажется, цифры надо сравнивать с другими цифрами и делать определенные выводы. Но при этом не надо впадать все-таки в излишнюю эйфорию по поводу уровня жизни в Советском Союзе в 30-е годы. Вот тут вот есть вопрос, какой уровень жизни был в СССР, если сравнивать его с Европой и Америкой. Безусловно, в Советском Союзе был более низкий уровень жизни, чем в Америке. Но, видите, тут надо понимать, с какими слоями населения и что мы сравниваем. Если мы сравниваем уровень жизни американского безработного с советским рабочим, то, конечно, у советского рабочего был гораздо более высокий уровень жизни. Если мы сравниваем уровень жизни квалифицированного рабочего, имеющего работу в Соединенных Штатах, и такого же рабочего, имеющего работу в СССР, то вероятно, что в Соединенных Штатах уровень жизни этот был несколько выше. Но если сравнивать, так сказать, вот в рублях и валюте, так сказать, в том, что работник мог купить. Но, конечно, надо еще учитывать и то, что советский трудящийся находился в гораздо более комфортной психологической обстановке, потому что он знал, что просто так выгнать его с предприятия не могут, что кризис советской экономики не грозит, наоборот, грозит только недостаток рабочих рук. Социальные все лестницы были открыты, то есть любой рабочий мог получить образование любого уровня, выйти в инженеры, там, в руководители, и мы знаем сотни и тысячи примеров такого рода биографий. В 30-е годы в СССР, в американском обществе это было, конечно, не так. И рядовому рабочему выбиться в руководителя было на много порядков сложнее, чем в Советском Союзе. Ну и вот эта вот грань, отделяющая благополучие американского трудящегося от полного неблагополучия, была очень тонкой. Достаточно посмотреть на фотографии людей, которые стоят в очередях за бесплатным супом вот в 30-31 году на улицах американских городов. Это все люди очень прилично одетые. Люди в плащах, костюмах, шляпах. Видно, что это не самые дешевые предметы одежды, но вот, видимо, они потеряли работу, и это сразу же поставило их на грань голода. То есть вот в этом приличном костюме и в шляпе человек становится в очередь за бесплатным супом. Положение советского рабочего было, конечно, гораздо более устойчивым. И у нас скорее проблема состояла в том, чтобы наказать какого-нибудь прогульщика или лентяя, потому что просто так уволить его было нельзя. На его защиту поднимались и профсоюзные, и партийные органы, и начальству приходилось выдумывать какие-то способы повлиять на этого рабочего. Но это породило и такое явление в 30-е годы, как текучку, когда квалифицированные рабочие, зная, что они пригодятся на любом предприятии, довольно разборчиво выбирали, где бы им поработать, и достаточно легко переходили с предприятия на предприятие в поисках лучших условий труда и более высокой оплаты. Но при этом не надо забывать о том, что довольно много было трудностей в формировании системы оплаты труда в Советском Союзе. И все 30-е годы происходит вот выстраивание этой системы, к концу 30-х годов выстроилось. Были периоды, когда, скажем, квалифицированный рабочий получал больше, чем мастер. Там другие периоды, когда мастер получал больше, чем инженер. Были периоды, когда служащие на предприятиях, скажем, там, техники,
получали очень невысокие зарплаты и переходили в рабочие, потому что это было выгоднее. Но в общем и целом уровень жизни постоянно рос и постоянно улучшался. Надо еще иметь в виду, что в Советском Союзе было огромное количество благ, которые не через зарплату люди получали. Это всевозможные парки культуры и отдыха, библиотеки, спортивные секции, образовательные учреждения, медицинское обслуживание. Все это было бесплатным и достаточно доступным. Просто даже в 30-е годы появилась такая концепция, что сейчас вот как в Древней Греции будет построен быт человека, то есть дома он будет только ночевать, а весь день он будет проводить в общественных местах. Там работать на заводе, потом идти в какую-нибудь гимнастическую там, или спортивную секцию, библиотеку, там, в баню, в столовую и так далее, и возвращаться домой только поздно вечером, чтобы переночевать. Но вот этот вот стиль жизни действительно во многих крупных городах в 30-е годы формировался. Просто надо, видите, мне кажется, что говорить нужно и о стахановском движении, и о моральных стимулах, и о том, что люди с энтузиазмом относились к своему труду. Но этот энтузиазм имел солидную материальную базу. Он был подкреплен и денежными вознаграждениями, и разными, там, так сказать, скажем, путевками, которые могли поощрить хорошего рабочего. Потому что голый энтузиазм расстраивать очень легко, и очень легко, так сказать, людей поставить в нетерпимые условия, в которых у них этот энтузиазм довольно быстро улетучится. Мудрость советского руководства заключалась в том, что оно комбинировало как такие идейные, нематериальные стимулы, так и стимулы материальные. Значит, следующий блок – это блок, связанный с репрессиями. Значит, есть вопрос о том, насколько реальными были дела Трудовой крестьянской партии, Союзного бюро ЦК РСДРП, Промпартии и других подобных организаций. Я бы сказал, что сейчас об этом еще, может быть, рановато говорить. Вот тенденция в историографии такая. Те организации, там, нелегальные какие-то, раскрытые ОГПУ или НКВД в 20-е и 30-е годы, которые во время перестройки объявлялись вымыслом ОГПУ или НКВД, все больше и больше появляется аргументов вплоть до того, что они реально существовали. Вот яркий пример – так называемый заговор Таганцева, в рамках которого был расстрелян известный поэт Николай Гумилев, его объявили фальсифицированным в свое время. Сейчас найдены доказательства того, что этот заговор действительно был, но это был не совсем заговор, это была нелегальная организация, а скорее шпионская сеть. Причем Николай Гумилев был резидентом английской разведки в Петрограде, и, собственно, он был центральным звеном всей этой организации. А сам профессор Таганцев был скорее таким зиц-председателем. И расстрелян Николай Гумилев был на совершенно законных основаниях, как английский шпион. Другое дело, что следователи, в руках которых было это дело, не совсем разобрались даже вот тогда, в начале 20-х годов, с кем они имеют дело. Но тогда, собственно, никто особенно и не собирался в этом деле копаться. Сейчас всплыло много новых фактов, в том числе и английские документы, связанные с работой Гумилева на англичан, и выясняется, что он действительно был английским резидентом. Что касается Союзного бюро ЦК РСДРП, то относительно его тоже сейчас появилась информация новая о том, что это была действительно реальная группа, которая, во всяком случае, собиралась, обсуждала обстановку, резко критиковала, так мягко выражаясь, Сталина и его окружение. И думаю, что со временем значительное количество этих группировок окажется реальными и снова будет переведено в разряд реальных, а не выдуманных ОГПУ. Значит, теперь откуда я взял такую цифру о том, что примерно треть людей была невинно осуждена в 58-й статье. Я когда озвучивал эту цифру, я оговаривался, что эта цифра, взятая во многом с потолка, так сказать, по ощущению. Но исхожу я в своих рассуждениях из того, что по имеющимся данным приблизительно третья часть осужденных в 58-й статье – это были уголовники. Значит, остается две трети, вряд ли больше половины из оставшихся были осуждены невиновно, отсюда одна треть.
Эта цифра, ну, скорее всего, ее надо будет потом пересматривать в сторону уменьшения, но пока я просто не готов вот с цифрами в руках об этом говорить, потому что вообще подобных оценок в литературе исторической на сегодня здравых нет. Значит, теперь вопрос, почему репрессированные Бухарин, Рыков, Томский, Зиновьев, Каменев, Троцкий не были реабилитированы сразу после 20-го съезда. Видите, я думаю, что дело здесь в том, что Хрущев и его окружение преследовали практические цели сугубо, когда занялись реабилитацией после 20-го съезда, нужно было показать, какой вред Сталин нанес стране. Значит, вред проще всего было показать на примере репрессий в отношении военных, потому что выстраивалась такая, ну, с виду стройная логическая цепочка, были расстреляны военачальники, значит, вот отсюда поражение первых месяцев войны. Реабилитация Каменева, Зиновьева, Троцкого не дала бы такого эффекта, тем более, что пришлось бы разбираться в том, что они писали, какие они взгляды там выражали, но и дело до этого дошло только во время перестройки. Значит, ну, теперь вопрос о том, как, в каких условиях находились заключенные в Советском Союзе. Ну, что есть действительно такой миф, что заключенные построили все, там они добывали уран, на них испытывали там какие-то ужасные там препараты или оружие, или еще что-то. Видите, это все бредни Солженицына и Резуна, которые под псевдонимом Суворов творит свои бессмертные произведения. Значит, единственным такой цифрой, которая может показать в совокупности все факторы жизни заключенных, это их смертность, конечно. Потому что понятно, что если человека не кормить и не лечить, и работой перегружать, он умрет довольно быстро. А если его кормить, лечить и не очень работой загружать, ну, он проживет дольше. Я приводил цифры относительно смертности заключенных в советских лагерях и говорил, что максимальный пик смертности был достигнут в 1943 году. Это 20% от наличного состава, это очень много. Действительно, из-за понижения норм питания во время войны смертность заключенных резко подскочила. В другие годы она не превышала 5%, а после войны снизилась к концу 40-х годов даже до 1% и менее, что было ниже естественного фона смертности в гражданском населении. То есть отсюда можно сделать вывод, что в основном советские заключенные существовали в сравнительно приемлемых условиях, никто не занимался их массовым уничтожением, и в конце 40-х годов эти условия еще и улучшились. Но были годы, когда условия эти были действительно очень плохими, как в 43-м году. Но главной причиной смертности были не какие-то адские эксперименты там, или добыча урана или еще что-нибудь, а именно понижение норм питания, связанное с захватом фашистами огромных территорий в 42-м году, с тем, что урожай 42-го года не был убран, и в Красной армии эти нормы питания были очень низкими. Поэтому ну, есть просто огромное количество всяких таких побосенок, ну, страшных, по поводу того, что заключенных там сбрасывали с какой-то лестницы в Медвежьегорском лагере, там как-то над ними издевались на Соловках и так далее и тому подобное. Видите, каждый случай гибели заключенного документировался. И даже если администрация какого-то лагеря, предположим, там убивала заключенных ради развлечения, ну, давайте на минутку предположим такой ужасный сценарий, то это, конечно, отразилось бы на статистике смертности в этом лагере. И эта статистика смертности обязательно попала бы в общие сводки. Эти сводки есть по годам и по группам лагерей. И нигде, в общем, обязательно, если вспышка где-то смертности происходила, происходило расследование этой вспышки. И причинами этого являлись какие-то, ну, либо инфекционные заболевания, либо вот перебои с снабжением. Но о средних цифрах я уже сказал. И представить себе, что заключенных просто так убивала администрация, в общем, практически невозможно. Наверное, какие-то отдельные случаи могли иметь место. Потому что отдельные случаи всего чего угодно могут иметь место. Но как массовое явление, конечно, этого не было. Ну и, наконец, о Второй мировой войне. Вопрос, почему КПГ и Тельман при всей помощи со стороны СССР и Коминтерна проиграли борьбу в Германии, почему борьба велась против социал-демократов и только против прихода к власти фашистов народные фронты появились. Видите, дело в том, что приход к власти фашистов в Германии рассматривался в 20-е годы как крайне маловероятное событие. Советское руководство и коминтерновское руководство исходило из того тезиса, что в Германии существует самый сплоченный и организованный рабочий класс в Европе. Но это и действительно так и было, это было фактом. Самый боевой рабочий класс.
Представить себе, что немецкие рабочие пойдут за фашистами, было очень сложно. Вплоть до начала 30-х годов НСДАП, гитлеровская партия, набирала очень небольшой процент на выборах в парламент немецкий, там порядка 5-6%. Это было несерьезно, конечно. А вот социал-демократы играли на том же поле, что и коммунисты. Социал-демократы и коммунисты, в принципе, работали на один и тот же электорат, говоря современным языком. И они боролись за один и тот же электорат. Поэтому в 20-е годы совершенно логично, естественно и правильно, что коммунистическая партия Германии в основном занималась разоблачением социал-демократов. Предсказать вот этот огромный всплеск популярности фашистов в начале 30-х годов в результате экономического кризиса не смогли. И в результате, только после того, как фашисты пришли к власти, а пришли они, кстати, эти переворота, конечно, а не парламентских выборов, хотя почему-то существует такая точка зрения, но она основана на просто незнании фактов. Только после этого стала ясна опасность фашистской идеологии, ее опасность и привлекательность. Эту опасность и привлекательность недооценили. Ну и, значит, наконец, значит, вот есть вопрос, не мог бы я развенчать миф о том, что Сталин первым хотел напасть на Гитлера и не успел буквально на неделю. Но у нас был цикл передач, посвященный Великой Отечественной войне, я там подробно об этом говорил и отсылаю к соответствующей передаче этого цикла. Ну и, наконец, вопрос, был ли у Сталина достойный преемник, например, Берия. Эти вопросы еще более темные, чем многие вопросы нашей истории в 30-е годы. Послевоенных документов нам известно еще меньше, чем документов 30-х годов. Только после того, сейчас даже невозможно твердо сказать, когда погиб Берия. То ли его убили в июне 1953 года, сразу после ареста, то ли его расстреляли в декабре 1953 года. До сих пор существуют разные мнения на этот счет. Ну, честно говоря, видите, относительно Берии я бы сказал, что это был человек неординарный, но вряд ли способный, по-моему, к самостоятельной политической деятельности. Он был хорошим помощником, исполнителем распоряжений Сталина, но самостоятельным действием, видимо, он был не очень способен, что и показала его судьба. Вот Хрущев смог совершить переворот и устранить Берию, а Берия Хрущева устранить не смог по каким-то причинам. А в политике главным критерием эффективности является результат. Поэтому вопрос о преемниках Сталина я бы оставил открытым, но, в общем, склоняюсь к тому, что преемников у него и не было. Вообще, это характерная ситуация, точно так же, как не было преемников у Петра Первого, скажем. Всегда такая крупная, гениальная личность, но очень редко оставляет после себя подготовленных преемников. Это такая закономерность историческая.